любите деревню? Да, так, как люблю ее я? Нет, я действительно люблю, знаете, слушать народный юмор. И когда есть свободное время, я приезжаю в деревню, где я лето проводил на каникулах у бабушки. Это Воронежская область. Как-то приехал, спрашиваю одну женщину: «Тетя Валь, скажи, как урожай картошки?» Она говорит: «Да ничего, без убытку». «Это как?» 12 ведер посадил, 12 выкопал». Спрашиваю, что столько же картох выкопал, сколько посадил. Она говорит: «Не, картох гораздо более. Объем тот же получился. Видишь, вон в мешку ляжит картошка черри». Представляете, это юмор от земли, от природы. Захожу в другой двор, там бабуля черри от нечерри отделяет прямо на огороде. Да, сортирует эту картошку в такой асане. Йоги позавидуют ее растяжке. Она, значит, стоит, у нее ноги на земле, голова, руки в борозде, вдвое сложилась, колени не согнуты. Я с восторгом восклицаю: «Какие же вы молодцы! Вот что значит физический труд, экологически чистые продукты, живете долго, прекрасное здоровье». Она так выныривает из борозды, говорит: «Слав, здоровье она, конечно, уже куды зря. А живем так, назло пенсионному фонду». Я говорю: «Просто я восхищаюсь вашей растяжкой. Вы так вот вдвое сложенной стоите и не устаете». Она говорит: «Сыну маму еще ловчее. Он на пузе ляжет, как на подушке». Глянул подальше, действительно, сын тоже, знаете, так вот сложился, но не до конца, потому что живот мешает. А колени тоже не согнуты, и так спокойно, действительно, как вот лежит на этом животе. Все. А бабуля мучает вопрос: «Ты мне скажи лучше», она меня спрашивает. И называет имя популярнейшего телеведущего. «Он был тут-то?» Сын встревает, говорит: «Мать, чего ты буробишь? Зачем он суды? Замкнись, а. Не с тобой разговариваю, с человеком». «Этот ведущий был у меня». Я говорю: «Что же он делал?» Знаменитый телеведущий: «А траву продавал от коварацкого жука». Я сперва ему не поверил, а трава какая-то странная. А он говорит: «Бабулечки, миленькие, неужели я вас буду обманывать? Меня же стромота потом будет на весь телевизор». Я говорю: «Так, и чем же дело кончилось?» Сын опять берет слово, говорит: «Да мошенник оказался. Как две капли воды похожей на этого ведущего. А я еще сыпанул отраву-то в ведрушку, ну, в ведро с водой. Она в реакцию не вступая». Странно, думаю, рискнул он тут порошок, покушал. Левая. Вы представляете, какие герои в деревне. Они, прежде чем жуку давать, сами пробуют. Просто гениально. Вот, а бабуля это вот, ей 90 лет, она такая прыгучая, худенькая. А есть наоборот бабуля такая солидная, она передвигается медленно. А муж у нее живчик, раза в три меньше ее такой. Вот, но он всю жизнь водителем работал, у него грузовичок такой. И они ездят вместе за дровами в лес. И, как она говорит, соседку берем на подмогу. Бабуль говорит: «Мной-то делать нечего, я только руководить могу с кабинки. Ну, во мне 150 кило, ну что ты хочешь?» Я говорю: «А зачем же ты ездишь-то сама тогда с ними? Пусть он с соседкой и пилит». Она говорит: «Как зачем? Деда караулю». Я говорю: «А кобеля зачем еще с собой берете? Кобель мне караулить». Дед услышал, говорит: «Да, а то, не дай бог, в лесу кто-нибудь энту мою красоту сопреть и на себе попреть». Да, 150 килограмм, да. А другие бабушки с дедушкой, они, наоборот, живут прямо на опушке леса, прямо на опушке леса живут. И у них много-много кошечек разных, разных мастей, расцветок. Вот. И такая кошка проходит, он говорит: «О, гляди, кошка трехцветная, крыс должна ловить». Я говорю: «А чем же они тут у вас питаются-то? Чем вы их кормите?» Он говорит:
Да мы что, бешеные, что ли, кошек кормить в лесу? Няхай мышей лавить. Бабуля включилась, говорит, энто в городе они там балованные. Там кошиный корм дороже, чем людячий. Показывали по телевизору. И целуются они с этими котами, хозяева. И пляшут по ним энти коты. Фу! Но сказывали, какие чистые коты, да. Какие-то простерилизованные. Да, видите, у них своя логика. Вот. И дальше меня бабуля тоже решила спросить о наболевшем. Ты мне скажи, ты еще не женился? Она просто в курсе, что я несколько лет назад развелся, а новую семью еще не смог создать. Я говорю, да как-то что-то не получается. Отдохни. Я говорю, бабуль, да сколько ж можно отдыхать? Да не спяши тебе, говорю, не спяши, поживи для себе. Я говорю, ну хочется как-то уже, чтобы подруга жизни была рядом. Нафига она тебе нужна? Деньги твои считать и голову морочить. Тебе сколько годов? Я говорю, 51. Поживи один, годов до 70. Я говорю, так, а потом что? А потом возьмешь себе какую-нибудь, чтоб тебе дохаживало. Я говорю, не-не-не, не надо мне такой перспективы. Я как-то сам, я говорю, я веду здоровый образ жизни. Говорит, да мы видим, как ты в семейных трусах по селу ходишь. Ну, просто я люблю обливаться холодной водой, когда уже все ходят в телогрейках, понимаете, а я в шортах хожу. Но они в цветочек, они считают, что это, видите, не шорты. Вот. Ну, не понимают ничего. Вот. Вот. И как-то один старичок тоже слышу, своей старушке кричит, сейчас я его пропесочу, а я как раз с речки иду. Он меня догоняет, говорит, ты чего творишь, нельзя так по селу, ты либо сбесился. Я говорю... Дядь Петь, да я хочу быть ближе к природе, понимаешь, так, чтобы вот энергия шла из природы ко мне. А вот это молодец. Вот это молодец. А ты, скажет, мясо не ешь, да, я уже 33 года вегетарианец. Нельзя мясо не есть. Я говорю, да понимаешь, дядь Петь, ну я хочу быть добрее, не хочу убивать животных. А вот это молодец. Вот это молодец. Но выпивать ты чего не выпиваешь? Я говорю, да там же сплошная химия. А я тебе с войского поднесу, только нагнал. Зайдешь ко мне? Я говорю, не, дядь Петь, я, не дай бог, раздурачусь, начну буянить, поэтому пить не буду. А вот это молодец. Вот это молодец. Мы с ним дружески распрощались. Слышу он своей бабульке, говорит, ты глянь, а, хотел я его пропясочить, а он всюду молодец. Да, они такие открытые люди, они своих эмоций вообще не сдерживают. Даже может, знаете, одна эмоция резко поменяться на другую, диаметрально противоположную. Дело было зимой, приезжаю в деревню, страшный гололед, все сидят по домам. Самая древняя старушка выползла и чешет по этому льду, только клюкой отталкивается. Я говорю, бабушка, ты куда разогналась? Не дай бог упадешь, ведь такой гололед, сидела бы дома. Она мне говорит, не волнуйся, лапуня! Всю жизнь хожу и ничего. Толк-то в хате сидеть. Надо развиваться. Брыка лежит на спине. Я к ней кидаюсь, наклоняюсь над нею. Она мне прям в лицо говорит. От, подлюка, нарек. Заметьте, только что был лапуня. И как резко поменялась эмоция. Вот такие вот добрые и открытые люди. И мы тоже давайте будем с вами такими же. Любите деревню, как люблю ее я.